сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с нуля часов, нуля минут по московскому времени. 10 ноября 2020 года. Итак, с сегодняшнего дня, 10 ноября, война в Нагорном Карабахе окончена. Сегодня мы посмотрим, на каких же пунктах смогли сойтись президенты Азербайджана и Армении, а также посмотрим на реакцию общества в Армении и в Азербайджане на весть об окончании войны. Итак, давайте начнем. Азербайджанская республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих. Этот контингент будет находиться там 5 лет с автоматическим продлением еще на 5 лет, если ни одна из сторон не откажется от услуг миротворцев. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России. Весть о прекращении войны в Армении встретили очень болезненно. И, конечно, политикам не удалось договориться даже хотя бы об автономии армян Карабаха. Все территории Карабаха постепенно перейдут под контроль Азербайджана. И лишь небольшая часть их будет контролироваться российскими миротворцами, и то временно. Потом все полностью перейдет под контроль Азербайджана. Так встретили эту весть в парламенте Армении. Сразу после этого в Армении начались протесты, протестующие ворвались в здание правительства, устроили там погром. Был жестко избит вице-спикер парламента, которого не смогла спасти даже собственная охрана. В Азербайджане же эту весть встретили с огромной радостью. На улицах городов началось празднование, фейерверки, салюты и танцы с флагами. По реакции президента Азербайджана Ильхама Алиева тоже можно понять, что он очень доволен итогами этой войны, и он даже насмехается над Николом Пашиняном, говоря о том, что при его президентстве не будет никакого автономного статуса Карабаха. Пашинян, не олды бэс? Бу не олды Пашинян, диэсэн, бирчок иллер арзинде, диллерде калачан. Не олды Пашинян? Yol çekirdince Cebrail'a. Reks elirdi. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Göre gitti status. Görme gör oldu status. Yoktu status. Ve olmayacak. Такие дела, друзья. Я думаю, что в любом случае можно порадоваться, что война окончилась, остановилось кровопролитие. И в любом случае худой мир – это лучше, чем добрая война. И я тоже буду этим поглядывать. Спасибо вам большое за внимание. Пишите свое мнение в комментариях, распространяйте ролик. И до новых встреч.